Польское телебачение представляет. Фильм со страшной названием. Частка 11. Сценарист Ежи Немчук, композитор Ян Поспешальский, режиссер Лешек Галыш. У фильме выступают Таемниче Амендар, Трое Пленков, Тока, Пинек и Хоболт, Татун, Мамуна, Спадар Лихтар и Дядок Лесовик, а так само Соник во властной особе и Перапрануты. Гей! Гей! Гляньте на тую кучу листов. А что тебе до той кучи? Мы ловим шпионов. Ранее ей не было. Что это может быть? Хоболт, бежи до мамуни и передай, что мы бачим шпиона. А ты кто таки? Я Амендар. Каждый мое какое-нибудь имя. Утекай с моей земли. Спочатку я померю землю и все, что на ней находится. А на во что это? Кольки не меры, ее больше не станет. Такое право. Яно кажа, что я могу мерить, робить подлик, и никто не может мне перешкаджать. Где право, якое нечто кажа? Я его не чую. Ну и что? Хлопцы пытаются, что робить? Иди до Вива, скажи, каб он не показывался. Але ж Вил не дитя. Зато и выглядает, как дитя, как наше дитя. Ах, ну так. А шмат у вас детей? Детей? Малых истот, с якими заусёды гора проблем? Тут нема ни водного дитяти. А у пранне шмат малых речов. Нагавицы селися у пранне. Это ж не мое, а... Селися, и ты сам их не познаешь. Ах, так. Хлопцы, пильнуют дорогу в лес. Рыхтуют там неприемные несподяванки. Треба поведомить дядку. Я побегу. Не поспеешь. Ты бачу, какие у Амендера долгие ноги. На страсе есть летучий аппарат.
Увага! Наближається шпіон. Чекаємо, чекаємо. Давай. Ходи сюди, я тут. Ну давай, ще трохи. Увага, давай. Дитя. Дитятка. Я ментор. Лічу дерева у лісі. Гей, а ви хто? Ой-ой, люди, духолюди. Рятуйте. Это был мой самый блискучий виступ. И он стукнулся своей же палкою. А я йому врезав шишкою у нос. Знікалін спрацював. Добре, що Хобалт поспів нас попередить. Хобалт? А що такого він зробив? Трохи полятав. Зелёная ракета. У них всё добра. У страха очі великие. И он бачит больше, чем есть на самой справе. Зато и вельми приемно настрашить страшидла. Переклад Эльвира Сянкевич. Читали Симон, Деруся.